В Нижневартовске машинист-снегоуборщик гонялся за водителем джипа. Видео инцидента появилось в соцсетях. Достоверно определить повод, из-за чего между двумя мужчинами произошел конфликт, невозможно. По одной из версий, водителю Нивы не понравилось то, что двор из-за очистки оказался перекрыт. В начале записи мужчина подходит к трактористу и через окно наносит тому удар в область головы. Машинист разворачивает погрузчик и направляет ковш в сторону обидчика, который убегает. На этом, по большому счету, инцидент оказался исчерпан. Несмотря на то, что большинство комментариев в соцсетях в поддержку тракториста, ему грозит увольнение за нарушение техники безопасности.